Более 400 тысяч пенсионеров Архангельской области получат по 5 тысяч рублей. Выплата единовременная. Закон подписал президент Владимир Путин. Деньги положены тем, кто является получателем пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года и проживает на территории Российской Федерации. Если человек получает две пенсии, например, военный пенсионер, одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда, пенсионный фонд и будет осуществлять единовременную выплату. Прибавку в 5000 рублей пенсионеры получат в январе 2017 года. Заявление писать не нужно.